Всем привет! С этого сезона мы начинаем делать маленькие обучающие ролики. Даже не то чтобы обучающие, а лекционные. Потому что во время зимнего сезона очень часто мне задают вопросы где-то на лекциях или пишут в соцсетях, что не все могут приехать в Красную Поляну, там, где я читаю лекции, либо еще в какие-то места, где эти лекции проходят. А вопросов много, и ребята хотят их выяснить. Поэтому я буду отвечать на эти вопросы именно в форме видеороликов. Коротких, маленьких, лекционных. Это небольшие ролики, буквально там на 5 минут, на 2-3 вопроса-ответы с какими-то, может быть, картинками. И где я смогу дать полноценный ответ. Ну, а вы, соответственно, в комментариях сможете задать вопросы свои, и мы их тоже включим в следующие ролики.